я не берусь анализировать причины, почему это нет. Может быть, ваши братья, работающие здесь, имеют поводы для этого. Может быть, город так интеллигентный и старается разобраться сначала основательно в ваших книгах, в вашей позиции, в вашем учении. Но я думаю, что и в будущем, я думаю, что и они поддерживаются по мнению, что должна быть объективная оценка. И в том, вот я обратил внимание на фразу, сказанную вами, там есть такая фраза, что время растут. И я тоже так считаю, что время это то, что все оставляет на своем месте. И тут понятно, что всех. Нам не нужно предугадать, как наше слово отдается. Вот, да, не нужно сегодня нам предугадать, наверное, как ваше слово отдается. Я бы не брался делать такие оценки и предугадывать события, потому что это, наверное, не очень разумно. Вот поэтому, значит, может быть, наша встреча сегодняшняя нам даст возможность понять глубже, как она может отзываться. Но понятно, что нас интересует, как отзовется вообще деятельность церкви вашей на общее состояние нашей духовной атмосферы, нашего общества, вот, и на другие стороны жизни. Конечно, это не с тобой. То есть это, кстати, стоит как вопрос. Вот, естественно, что мы будем этим просто интересоваться. И как-то их выносить. Вот, пожалуй, такие предварительные слова я хотел бы сказать. Совета, то есть церкви, которые вообще приняты в государстве. Конечно, отличие можно коротко говорить, оно во всем, к сожалению. Но церковь формируется в обществе взглядами людей. Если люди объединяются в любви, все становится очень просто. Все становится одной семьей. Если люди рассуждают о любви, потому что, естественно, появляется много разных мнений, где, конечно же, те или иные мнения выдвигаются как единственно верные,